Здравствуйте, все, кто смотрит данный видеоролик. На площади Советской, в городе Счастье, Ялта, началось празднование Масленицы. Итак, продолжаем прогуливаться с вами. Вот на набережной открыли новый магазинчик. Винторг. Оригинальные витрины. Итак, здравствуйте, все, кто смотрит данный видеоролик. Находимся в магазине на Пушкинском бульваре. Волшебная карамель называется. Здесь же ее производят. Здесь же ее продают. А также устраивают мастер-классы. Мастер-классы для детей и взрослых. Бесплатные угощения. Кстати, мы получили. Сейчас у нас оно под языком.
Продолжаем видеопрогулку дальше. Субботний вечер в Ялте продолжается. Сейчас мы выйдем на набережную, идем от Партизанского переулка и посмотрим, какие есть певцы-музыканты сейчас на набережной курорта. +6 градусов. Спасибо большое. Спасибо. Василек сфугал. Мы вышли из дома, когда в этих окнах погасли огни. Один за ним мы видели, как уезжают последние другой. Ездят по сырам, но нам некуда ехать, и нам нечем платить, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка. Мотай. Всем спасибо за просмотры, за лайки, комментарии и подписку. До новых встреч в эфире!